Выставка изделий заключенных прошла в Уральске. Некоторые товары, созданные руками осужденных, были выполнены настолько искусно, что сразу же нашлись желающие их приобрести. На мероприятии были представлены почти все виды производства. Изделия из кожи, ткани, дерева, металла. Это шахматы, нарды, мангалы, шкатулки. Всего около 1000 работ. Как отмечает ГДУИС региона, такое мастерство – важный элемент исправления. Ведь многие, кто отбывает наказание, прежде не имели никакой профессии. Поэтому специалисты уверены, что привлечение арестантов к труду способствует их быстрой адаптации в обществе после освобождения. На сегодня по области трудоустроено 356 осужденных, это составляет 48%. Однако это малая часть. Осужденные проявляют активность в трудоустройстве, они хотят работать, зарабатывать, так как это влияет на их досрочное освобождение. И, соответственно, они погашают свои исковые задолженности по приговору суда, оплачивают алименты, потребляют на свои необходимые нужды. На выставке были показаны работы двух исправительных учреждений Западного Казахстана, которые сотрудничают с десятками предпринимателей. Последние, к слову, планируют расширить тюремное производство и открыть дополнительные цеха. Осужденные работают на качество. Они сроки у нас очень сжатые, но в то же время мы успеваем вовремя. То есть мы делаем раньше срока, потому что они работают с 8 до 8 и без выходных. То есть им хочется работать, поэтому мы предоставляем им работу.